Почувствовать себя инспектором по охране труда теперь может каждый. Возможность эта хоть и виртуальная, но будет интересной не только поклонникам ролевых игр. Государственная инспекция по труду выпустила мобильное приложение. А мой коллега Сергей Коробков выяснил, как теперь можно охранять труд в помощь с помощью смартфона. «Я инспектор» – так называется мобильное приложение, которое любого человека со смартфоном превращает в спецагента, задача которого – следить за охраной труда. Установив приложение, сознательный гражданин может сообщить о нарушении трудовой дисциплины, что называется, с места событий, и даже приложить фото нарушителей. Правда, пока попасть под камеры бдительных мобильных инспекторов рискуют только строители. Почему именно на строительных объектах? Все мы знаем, что одной из самых сложных, да, самых опасных для жизни и здоровья сфер деятельности остается по-прежнему строительство. Тут и работа на высоте, и травмы достаточно такие серьезные. Скачать приложение можно абсолютно бесплатно. Единственное условие для пользователя – необходима регистрация на портале госуслуг. Заходим в приложение, есть кнопочка «Сообщить о проблеме». На данный момент можно сообщить о тех, кто ходит без каски, не пристегивается страховкой или не оградил место стройки забором. Но к концу года, обещают в инспекции, функционал приложения будет расширен. В будущем, скорее всего, будет доработано приложение, и можно будет сообщать о любых проблемах, связанных с нарушением трудового законодательства. На сегодняшний день приложение скачали чуть более 1500 человек, но, возможно, в недалеком будущем счетчик перевалит заветную цифру 80 миллионов по числу работающих россиян. Сергей Коробков, Юрий Гурев, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.